вами я, Кира Найт. В жопу танки расстрелять! Доту 2 туда же. Ты все еще сидишь в онлайн-играх и никак не можешь познакомиться с девушкой. Ну да-да-да. Тебе же проще щелкать по клавиатуре и клацать по мышке. Ну тогда я тебе сочувствую. Ведь в итоге тебе достанется самая страшненькая и очкастенькая телочка на земле. А может, ты просто стеснителен? И именно на этот случай я припасла один очень короткий урок. Как почувствовать себя немного уверенным и чуть-чуть значимым мужчиной. И если ты готов, действуй строго инструкции. Первое. Не менее 30 минут в ванной комнате. Это приятный гель для душа, приятный шампунь для волос. Также мы чистим уши, обстригаем ногти не только на руках, но и на ногах. Бреем подмышки. Ну и на всякий случай паховую область. Также мы можем пропеть песенку, глядя в зеркало, когда будем сушить волосы. Где... Ой, господи. Девочка-красавица! Just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. But then I... Второе. Одеваем джинсы или брюки. Классические, не то, что вы посрали в штаны и пошли. Одеваем белую рубашечку, но не закатываем рукава, нет, ведь вы еще не мачо, вы еще к этому не пришли. Третье, это парфюм, туалетная вода, на которую один раз в своей жизни можно и разориться. Поверьте, это крайне важная штука при знакомстве, да и вообще, когда мимо проходит молодой человек, от которого несет, так сказать, дорогим парфюмом, любая девушка придет в экстаз, ну, в такой небольшой. Четвертое. Обязательно должна быть хорошая стрижка или прическа. Хорошие часы, ну если у вас их нет, ладно, мы обойдемся. Но что немаловажно, на вас должна быть чистая обувь, не кроссовки. И каждый уважающий себя мужчина должен иметь при себе телочку. Да, это естественно, но вам-то еще до этого далеко, поэтому вы должны при себе иметь губку-блеск, чтобы, не дай бог, вы где-то оплошали и вступили в лужу, и идти с грязными ботинками и с высоко поднятой головой, это некрасиво, ведь вы должны выглядеть просто идеально. И таким образом вы выходите на прогулку по аллее, по парку, вы идете уверенной и очень непринужденной походкой. Ведь вы не собираетесь ни с кем знакомиться, помните об этом, вы просто вышли прогуляться и показать себя красавчика. И запомните, если вы соответствуете тому образу, который мы сейчас с вами создали, то и чувствовать вы себя будете соответственно. И вот тут начинается самое главное. Улыбайтесь, кидайте свой загадочный взгляд, но не всем. Не нужно его кидать красавицам, потому что пусть красавицы думают, как же такой мужчина прошел мимо меня и не посмотрел. Кидайте взгляд на более простых девушек, которые потом будут полвечера, а может и всю ночь вспоминать о вас. Такие девушки запомнят этот взгляд надолго. Да, и конечно же улыбайтесь, улыбайтесь и еще раз улыбайтесь девушкам. Достаточно таких несколько прогулок по городу, ну может 5, 6, 7, 8, все зависит от того, какой, насколько вы стеснительны. И после этого вы уже более спокойно сможете подойти к девушке и познакомиться. Но если ты все еще думаешь об игре онлайн, то тогда красивые телочки кричат тебе goodbye. Ах да, красивые и крутые парни ставят лайк, а дрочеры дизлайк. Посмотрим, кто кого победит. Ну а девчонки знают, что голосовать нужно за красивых и адекватных парней. Ну а с вами была я, Кира Найт. Подписывайтесь ко мне на канал, ставьте лайк под видео, вступайте в закрытую группу ВКонтакте. Я вас всех люблю, целую, обожаю. Муа!